тарелочки мне не обходимы. Вообще сладко? Ой, ну это будет тяжеляк. Накрасить стрелки, когда тебя трясет, как губа. Ой, как красиво. Смотрю. Сейчас глаза, мы будем ржать, потому что если я размажу по всей морде, это будет смешно. Очень рада за тебя, правда? А что именно случилось? Ты очень рад за меня. Вчера многие на вопрос, когда написала, я раздражаю своего парня, промолчать или его заять, большинство сказали, надо его заять. Специально. А я умная молчала. Это специально так сказали. Завтра прилетит Паша. Готовьте гостеприимные печени. Ой, ну слушай, я не знаю, как Лёша, я не пью. Не, я тоже пить не хочу. Кого? Мы отбухали уже. Паш, мы сходим в ресторан, покушаем. Да. Цивильненько посидим. Давай, учись. Цивильненько. Хоть здесь отдохни нормально, душой. И я завтра, и Борисевич приезжает завтра. Ой, Борисевич, ну с тобой мы видеться не хотим. Шучу, я же тебе говорила, в субботу мы должны... Реально, ты самая красивая на проекте была, жаль. Немного жаль моей любви, немного жаль твоей надежды. Да, у меня опять лук от страсти. Смотри, секси. Оу, хочется тебя увидеть живой. Это реально? Реально. Конечно, реально. Я же выхожу в люди, я хожу, гуляю. Выхожу. Поверь, что это новый, сегодня не будет все как прежде. Ребят, подумала записать песню, Леха тоже нам предлагает на халяву. Песня, как это называется? Блин, это вообще трэш. Мне уже раз три предлагали, но так я не умею петь, я даже не хочу позориться. Так. Что делает Ебаров? Я не знаю, мне этот человек не интересен, как моему Алексею. Можем сказать, что кто чпокается с Ебаром, у того, видимо, мозгов вообще нет. Нам роллы с простора привезти. Конечно, конечно мы. Я сегодня Лёшу еду кормить. Из ресторана. Меня едут кормить, за чужой счёт, мечта. Нет, за чужой, блин. Ты кормишь меня. Опять я кормлю. Ну да. На последние бабки, Лёш. Даже последние бабки потратить на меня здесь. У меня есть 5000 рублей. У него есть 5000 рублей. Ура, гуляем, короче. Лучшие рестораны Москвы ждите. У меня есть 5000 русских рублей. Я тебе поведу недорогой ресторан, где мы на 2000, на 3000 гульнем. На 3000 мы гульнем в лучших ресторанах Москвы. Со всеми кальянами, со всеми типами. Мы просто можем устроить ночной клей за пятёра. Ты чё, гонишь, что ли? Пятёра. Красивая без мейка. Да, серьёзно? Какой тебе оттенок очень нравится? Хочу до такого цвета, без понятия. Мне кажется, что мне уже пора красить корни. Вчера Лёше говорю, Лёша, мне говорит, как бы вы женщины жили, если бы не красили волосы. Какая бы была бы сейчас? Я говорю, была бы пиздатая, потому что, посмотрите, с моими корнями я выгляжу шикарно. У меня прекрасный русый цвет волос с пепельным оттенком. Какого ещё надо добиться, блин? Короче, ладно, мы красим глаз. Скажи, как подводка это? Какая подводка? Это белита. Ну, как видите, стрелка пошла не туда. У меня даже нет с собой
Ну, это будет очень интересно. Сейчас я приду к косметологу. Слушай, я же хотела, блин, витамины поколоть, я намазала стоналкой. Лиз, откуда ты берешь энергию? Я бы сказала, что сегодня со мной произошло ночью страшное нападение на меня. Оно происходит каждую ночь практически. Нет. Я же спала, это другой Леша. Ну, в этом что-то есть, согласись. Не соглашусь. Нет. Бежишь меня. Слушай, нравилось сегодня? Слушай, что ты это мне? Сегодня тоже все нормально. На вас когда-нибудь нападали во сне? Зачем ты об этом прямом эфире? Нет, скажите, на вас никогда-нибудь нападали во сне? Серьезно, Лиз? Прям в прямом эфире? Да ты же покраснел. Ну, конечно. А я хочу спросить женщин. Нельзя говорить о таких вещах. Как нельзя? Многие меня спрашивают про своих мужей, пишут. Слушай, личные. Многие мужья вообще ничего, ни ночью, ни днем, ни вечером не атакуют. Но ночью во сне на вас нападали? Сейчас ты скажешь, что это самое лучшее, что у меня было в жизни. О, пока мы стоим, надо крутить стрелку. Быстрее, быстрее, быстрее. Немного жаль. Это у меня эти ресницы не осталось. Господи, мы уже едем. Так. Лиза, расскажи про брови. Кстати, брови буду делать на выходных. У кого делала губы? Не знаю, успею коррекцию губ сделать или нет. Ну, смотри, чего вы смеетесь? Это не смешно было сегодня, кстати. Я вообще не поняла ничего. У меня сон был. Мне снились сны. Было страшно. Баку, привет. Да, 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 девчонки, да, 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 нападали на них ночью. Нападали? Когда ты глубоко спишь, это... Минские корни будешь красить? Нет, минские не буду корни красить. О, да. О, да? Я охренела, конечно, и муж получил. Какие-то странные женщины. Нападали. Причем, когда я спрашиваю, муж говорит, что это был не он, он спал. Леша такой, что я не понял, как это было. Да, блин, видишь, все смешно. Всем смешно. Уже понимаю, это же мы во сне. Как можно проснуться и напасть? Что тебе там снится, интересно? Делала кератин. Слушай, все эти люди, которые пишут тебе... Тормозим. Все эти люди, которые пишут тебе гадкие комментарии, на них не нападают вообще, мне кажется, и уже давно. Во сне, ни наяву, никогда. Поэтому их так трясет, много. Трясет. Это Москва, здесь говносвязь на дорогах. Господи, ну встань где-нибудь, пожалуйста. О, сейчас будем стоять. Каким цветом у тебя покрашены волосы? Да я откуда знаю, господи, мешают. Вы всегда спрашиваете один и тот же вопрос, я уже объясняла. Мне не берут один цвет. Берут несколько цветов и мешают цвета. Я думаю, все мастера разные. Господи, я думаю, мы остановимся. Мы не остановились. Остановились. Быстренько, быстренько красим стрелку. Ребят, стрелки будут разные. Сейчас косметологи посмеются. Так что заходите в прямой эфир. Вы хотите посмотреть? Мне кажется, это больно будет в живот колоть. Хотя там жир, наверное, не так уж и больно, да? Липолитики колоть. Леша говорит, не больно. Вообще я слышала, что липолитики больно колоть. Ну, мне было нормально, терпимо. Леша, привет. Злая такая, кто злая? Я самая добрая девочка на свете. Пусси-муси, чички-чички. Вы что, обалдели меня злой называть? Никогда не была злой. Ну, хотя с такими людьми, которые пишут гадости, я тоже буду скоро. Мне надо тоже, хочется написать, что ему такое, что я даже раньше в жизни своей даже не думала в голове. Вот как мы живем, представляете? Ну что, типа получилось что-то, как вы считаете? Мне кажется, они разные. Леш, у меня разные стрелки. Да не, вроде. Вот это женщина. Это просто экстрим красить. Да, ну они получились не очень, но мы где-нибудь подкрасимся, правда? Привет. У него вообще смех просто нереальный. Я бы сказала, что... Если бы он смеялся во сне, то тоже с ним происходило бы то же самое. У него такой голос, да, прям мужской. Тембр, бомба. У кого? У тебя. У меня хороший голос? Мне очень нравится. Хорошо. Тихо. Сиди, молчи лучше. Лучше молчи. Молчи лучше, зая. Так, стрелки накрашены. Вы видели, какой у меня прыщ на носу?
признавайся, кто ты, кто в меня влюбился, кто ты есть. Алёша говорит, ну, они тебя в часто, видимо, влюбляются. Представляете, он говорит, у тебя по всему лицу прищемило. Сука. Это ж надо так обидеть свою женщину. Сколько вы уже вместе, Лиза? Какое сегодня число? Уже месяца 8 будет скоро. 8 месяцев. Ты считаешь странно, нет? Почему? Вот сейчас я приезжала, было 7 месяцев у нас. 1 числа? Да, 7. 8 будет 1-го. Ну, сейчас 12-е. Я говорю, скоро 8 месяцев. Скоро год. Ну да, скоро год. Я тебе говорила, что скоро год. Что ты подаришь мне на год? О, твой вопрос. Что подарить на год? Нет. Только не про сумочку. Дай им расскажу. Дай расскажу просто. Ну, и прошу же. Так, а ты можешь, на, я вам просто сейчас расскажу одну очень удивительную историю. В общем, Лиза мне намекнула, а точнее не намекнула, а прямым текстом сказала. Короче, 30 лет, сумочка есть такая у Versace. Стоит, короче, 3 косаря долларов, больше 200 тысяч рублей. Так вот, мне 30 лет, короче, жду. Ну, типа так. Ну, или я тебя выкину с балкона, там, или ты не проснешься. Я не говорила, потому что мне 30 лет, короче, практически так. Что дальше? Я начинаю заходить, искать эту сумочку и сколько она стоит. Вбивает цену 100 тысяч рублей. Знаете, что она говорит? Чё? Чё-то мало. Нет, сумочку больше не хочу, короче, сумочка мне не нужна. А до этого просто вещал я об этой сумочке, мечтаю. Я сказала, не поэтому. Да? Потому что она белого цвета, ее можно носить только летом. Я хочу эту сумочку. Но ты подаришь мне на год сумочку, а браслетик с бриллиантами подаришь мне на 30 лет. Да, потом увидела Cartier. Обычный гвоздик хотя бы. Обычный Cartier с бриллиантами из белого золота. Нет, обычный бриллианты, совсем. Нам денег у нас нет, а вот обычный самый дешевый. Короче, вот вопрос. Как быть в данной ситуации, не развод ли это? Ты начал искать мне сумочку и ищешь ее, что ты рассказываешь? Ну, сумочку я начал искать, согласен, потому что я услышал, что она стоит 200 косарей, и я подумал, что, ну, 200 косарей, это, мне кажется, too much. Пока еще столько не зарабатываем, как бы зарабатываем, но это, получается, нужно остаться с голой жопой прям. Короче, кто считает? Ну, что, мне 30 лет, я считаю, что я вообще ношу такие сумочки, и будут у меня только такие сумочки. Я не против одежды, я говорила, можно купить дешевую одежду и так далее. Но сумки должны быть у женщин хорошие. Сумка. Так в том-то и дело, что ты когда узнала, что сумка стоит не 3000 долларов, а... Это я потом тебе сказала, полторы? Что она белая, что она белая, и просто это получается... У меня тут день рождения зимой, сказала, я буду носить белую сумку. Она белая с красным, она летняя. Ну, короче, ладно, подари незабываемую ночь. Господи, у меня таких ночей каждый день. Не развод для любимой. Понял? Вот что. Думаете, разводят только нелюбимых? Что? Ой, что ты несешь, Леша? Что? Знаете, как я обиделась на него? Он ржал надо мной, ходил. Обиделась. Он говорит, я лучше в ремонт вложу. Я говорю, блин, мне же 30 лет всего раз жизни будет. Так будет 31 раз жизни. 31 это не юбилей, Леша. Так ты просто так сказала, что 30 раз жизни будет. Ничего себе. Как бы это у всех так? Я же не шубу из соболей попросила. Блин, карандаш потеряла. Шубу из соболей. Упал. Да. Соболевая шуба. Вот видите как? Шуба. А мне так стало обидеть. Я обиделась за то, что он сказал, что лучше деньги на ремонт потратить, чем на меня, понимаете? Квартиру нужно делать. В Беларуси очень хорошие блески. Куплю. Квартиру, видите, нужно делать. А ты ходи, блин, без сумочки. Со своей древней Versace. Хотя он до сих пор на сайте есть, это классик, но все же. Хочу сумочку. Типа крутая. Я не знала, что крутость проверяется сумочками. Круто. Тогда мне вас очень жаль.